Кролик, запеченный в духовке с картофелем в майонезном соусе, по праву можно назвать королевским блюдом, которое порадует даже самых привередливых гурманов. Непременно попробуйте. Приготовить кролика с картошкой в майонезе в духовке можно и к семейному ужину, и к любому праздничному столу. Чтобы мясо сохранило свою сочность и нежность, предварительно замаринуем его, а затем запечем вместе с маринадом. Я это делала с майонезом, но его можно заменить сметаной или йогуртом. А для сокращения времени на приготовление к нему гарнира, сделаем это сразу же с картофелем. Кролик, 500 грамм, любые части. Картофель, 6-8 штук. Майонез, 2 столовые ложки. Горчица, 1 чайная ложка. Лук, 1 штука. Морковь, 1 штука. Чеснок, 2-3 зубчиков. Растительное масло, 3 столовые ложки. Соль, по вкусу. Специи, по вкусу. Количество порций, 4-6. Подготовьте все ингредиенты. Если у вас целая тушка, то предварительно ее промойте, нарежьте на порционные кусочки и обсушите. Добавьте к мясу майонез, горчицу, соль и специи по вкусу. Оставьте мариноваться на 2-3 часа. В глубокой миске соедините нарезанный картофель, лук, чеснок и морковь. Нарезка может быть любая, но не слишком мелко. Добавьте соль, специи, растительное масло и все хорошо перемешайте. Выложите овощи в смазанную маслом форму для запекания. Сверху распределите маринованное мясо. Накройте форму фольгой и готовьте в духовке при температуре 180 градусов около часа. Затем фольгу можете убрать, чтобы мясо подрумянилось. Кролик с картошкой в майонезе в духовке готов. Приятного аппетита!